Палка является классическим шаолиньским оружием, с которого наряду с кулачным искусством начиналось обучение в Шаолинь-Сы. Комплекс Иншоугунь, палка темной руки, является базовым комплексом в разделе работы с шестом. Комплекс сформирован в 17 веке. Вошел в обязательную программу монахов-бойцов Шаолиньского монастыря, а сегодня является важнейшей частью базового этапа обучения по программе Международной Федерации Шаолиньского Ушу. Начальная позиция. Сесть на гору и поклониться Будде. Юнфа. Встать на одну ногу и убрать палку за спину. Су Цинь, несущий меч. Юнфа. Сесть на лошадь и ударить снизу. Натянуть лук и ударить сверху. Юнфа. Подсечь ноги и ударить в землю. Обратите внимание на положение левой руки. Юнфа. Положить голову на подушку. Юнфа. Перейти реку в два шага. Ударить ногой и вспороть палкой. Юнфа. Облачная палка. Юнфа.
сотрясти землю и поставить палку. Юнфа. Ударить ногой назад и толкнуть палкой гору. Юнфа. Положить голову на подушку. Поднять колено, нанести укол. Юнфа. Отступить, развернуться и ударить сверху. Юнфа. Черная змея обвивает тело. Поднять колено и ударить назад. Развернуться и нанести рубящий удар по шее. Поднять палку, ударить пальцем. Продвинуться вперед и атаковать. Поднять ногу, нанести укол. Обрушить удары с обеих сторон. Юнфа. Вращать 5 цветков. Поднять колено, рубить наружу. Вспарывающая палка. Усун наносит удар. Юнфа.
Заключительная позиция.